think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня продолжение игрушки ПВЗ-3. Немножко я вчера ночью подротил, сегодня днем тоже. В итоге уже довольно-таки неплохо прокачался. Можно играть в игру без доната, свободно. И сегодня мы поговорим именно о сообществе. Наверное, то, чего хотели бы многие в битве замков и во многих играх. Здесь это реализовано и... В принципе, я не знаю, игруха очень интересная. Она на первый взгляд кажется, блин, детская хрень, зомби против этого. Ну, кто поиграл или кто играл, те поймут, что здесь просто так не затащить. Здесь будет бомбить, здесь нужна тактика. Плюс здесь есть реализация арены против других игроков, плюс охрененное сообщество, которое я вчера создал. И кто играет, можете вступать. Почему? Нужно заходить в сообщество, сейчас вы видите, но это просто кайф. В общем, поехали сюда. Я буду постепенно вам рассказывать про возможности, про героев, про все, потому что здесь дофига всего, очень много локаций, они все еще не открыты. Вот у меня уже частично, видите, есть открыты новые юниты. То есть тут они топовые, обычные, зеленые, желтенькие, это типа средний уровень, и фиолетовый, это типа топчик. Дофига всего, вот реально. И надо под каждую пачку подобрать, расставить. Очень много рандома. В общем, у вас есть ваш город, который вам надо прокачивать. Он прокачивается, ну, не просто так. То есть здесь надо дофига ресурсов для того, чтобы... улучшить определенные постройки, соответственно, получить дополнительные плюхи. Если... Так, где там поехали, обратно выходим. Ну, на каждой локации обновляются мобы раз в сутки. Ну, мы пока первый день играем. В общем, есть такая вот... Devour Tower. Это башня, которой проходятся определенные локации. За прохождение которых вы получаете определенные плюхи. И можете дальше развиваться и качаться. Также получаете эти ламы. Их открываете, с них получаете офигенные расходники для прокачки. В общем, надо качаться как минимум до 8 левела. Ну, это в принципе не сложно. Кому что непонятно, спрашивайте в комментариях. Подскажу. На 8 левеле у вас открывается сообщество. На 6 левеле у вас открывается арена, на которой вы можете воевать с другими игроками против других игроков и тоже, соответственно, получать за это плюхи. Но для того, чтобы там хорошо воевать, там надо хорошие герои, потому что все дальше сложнее. Зато вы тогда можете получить донатную валюту, то есть алмазы, за которые вы сможете определять, ну, улучшать определенные постройки, все остальное. Ну, вариантов здесь очень много, как обычно. Но без доната игра очень простая и очень кайфовая. Что по сообществу? Поехали, сегодня мы поговорим за сообщество. Что оно дает? Оно дает создать, дает возможность, ну, то есть это клуб, создаете свой клуб, там, по-моему, 1000 монет, то есть вот коинсы, коины, это гемы. 1000 монет, за которые вы создаете сообщество. Ну, лучше играть все вместе, почему, сейчас покажу. Я вчера не разбирался, но сегодня разобрался. Вот мой клуб. Можете кидать заявочки, вступать. Можно вот чат. Во-первых, что здесь интересного? Ну, пока с ролями, с этими всем я не разбирался. Вот по арене можно, то есть сортировочка, лидер, донаты. Вот это вот самое интересное. Почему стоит сразу вступать в гильдию 12 левел. Вот кто когда играл последний раз и трофеи.
Что в гильдии прикольного? Что здесь реализировано? То, чего не хватает, как по мне, во многих, ну, чего хотел, либо... Вот такая вот вкладочка есть, Donation. Что она означает? Раз, ну, насколько я понял, раз в сутки вы можете обменять определенные осколки героя у сагильдийцев. То есть, походу, они могут вам помочь собрать недостающего, вы можете помочь собрать недостающие осколки, соответственно, быстрее прокачаться, потому что здесь 30, по-моему, 33 уровня. Но я скажу, что я вот на 15 зашел и даже первую волну не могу пройти, то есть надо прокачиваться дофига. Донат здесь особо тоже не спасет. Ну, как бы он спасает, можно быстрее там улучшить, но оно бессмысленно. Оно неинтересно. В общем, что у нас есть? Есть обмен вот этих же осколков героев. Соответственно, за каждую полученную вы получаете вот такие вот плюхи. Пепсики. Ну, я не знаю, пепсики. Мне напоминает пепсиколу крышечки. Вот Epic Seeds request only available on Sundays. То есть в воскресенье только доступны. Вы, начиная с 14 левела, можете уже донатить. Ну, то есть начиная с 12 по 14, там уже идет улучшение, увеличение. Вот написано, сколько каких вы можете запросить. То есть донейт — это задонатить, отдать другому. Request — это сколько вы можете запросить на 14 уровне. Чем выше у вас левел, тем будет добавляться больше плюх. То есть я, вот, допустим, могу отдать 3-1-1, а могу получить 15-3-1 на своем левеле. Вот, соответственно, я ему вот задонил 3 штучки. Мне он задонил единичку, вот я получил. Соответственно, чем больше людей, тем больше возможностей будет. Вы сможете помочь друг другу собрать каких-то редких героев. Кто-то будет его собирать, кто-то сможет обычных дособирать в топчик. В общем, я считаю, что вот эта вот реализация очень офигенная. Игрука онлайн, то есть это не просто гринделка, что ты себе собрал и все. Да, здесь больше надо улучшать постройки. Ну, есть чем заниматься, то есть можно зависнуть, залипнуть нормально. Но мне интересно больше дальнейшая реализация. В клубе реально круто то, что вы можете обменять недостающие семена. Также заходим сюда. Есть куча заданий. Есть ежедневные задания, которые надо выполнять. Соответственно, за них вы будете получать определенные плюхи. Через 6 часов у меня обновится все, и можно будет получить вот такую вот лошадку, где будет 14 обычных и 7 эпических осколков. В общем, это тоже очень круто. Также будут ивенты. Какие будут, пока неизвестно, но пока добавляется все. Если смотреть по башне, сейчас зайдем в башню. Вот наша башенка. Вот у меня сейчас дальше откроется воркшоп. В общем, это какие-то улучшения. А, это у нас будет улучшение, плюшка. Так, получим расходничек. Дальше пока закрыто. Дальше идут 6 левела сумки. Это надо без этого. Потом следующие юниты. Ну, в общем, вот таким вот образом это все фармится, открывается. Это что у нас? Лаборатория. Можно будет выращивать. Ну, вообще, короче, тут играть и играть, честно скажу, дофигища. Дальше все круче и круче юниты. Блин, столько всего. 25 уровень. Барбекю. Блин, реально, дофига всего. В общем, с прокачкой левела вы будете все больше и больше. Вот видите, генерирует коины.
Блин, на 33-м уровне, надо туда еще добраться. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Буду постепенно вам записывать, показывать по мере прохождения какие-то локации интересные, как фармить, потому что не все так легко и не все так просто, как кажется. Игрушка пока что на английской версии, то есть на английском языке, многое непонятно. Приходится смотреть. Недоступна она еще в Европе, но в других странах некоторых она есть. То есть надо логиниться через VPN, и тогда она доступна будет для скачивания, то есть точно так же, как Битва замка 2 была. Но игруха, я не знаю. Вот, поиграл в кайф, то есть заходишь. Вот давайте сейчас даже попробуем. Я вам покажу, насколько они тут жестики уже. Вот 15 уровень. Так, вы имеете возможность собрать свои войска. Вот у меня есть такая вот тема, лимон. Лимонаид, который бафает на скорость атаки. Реально кайфовая тема. Поехали. Поехали, попробуем. Играть лучше всего, сразу говорю, без доната. С донатом, ну, во-первых, вы тут ничего такого особенного не добьетесь. Может, ну, то есть вы выделяться там тоже особо не будете. Здесь именно в кайф потягаться без доната. Такс, ставим вот так вот семена. Блин, 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 но я уже завтыкал. Я уже, сейчас попробую его бабахнуть. Немножко неправильно я поставил. Вот тут, конечно, жесть. Тут так кажется, знаете, на первый взгляд. Но тут тактик столько, возможностей тоже дофигища просто. Так, ставим его сзади. Ух, успели. Я уже думал, сейчас не успеем. Эти, конечно, вымораживают. Зомбаки с вилами. Это просто жесть какая-то. В общем, тут хрен успеваешь. Вот честно скажу. Просто тупо не успеваешь зачастую. Все нормально зафармить. Очень сложно. Дальше, дальше еще сложнее. Так, мне надо еще один дракон, как минимум. Ууу, курей пропустили. Вот так вот и все. Куры пробежали и вы слились. Ну, в общем, чем дальше, ребят, тем сложнее. Оно так кажется, но вот именно... А в этом весь кайф, попроходить, попробовать, пофармить. Давайте еще раз. Котки у нас есть. То есть на каждый этот надо по-разному выставлять. Так, вроде успели его зафигачить. Пока пусть держит. Не успели. Думал, сейчас уже все. Ух, успели. Но эти зомбаки, это самое хуже, наверное, что есть здесь. Так, пока задержим. Так, вроде нормально. Сзади закинули, успели. Отлично. Он перекидывает через себя, а дальше тут вообще просто трэш такой творится, вы даже себе не представляете. Так, надо там перестраховочку сделать. Блин, придется закидывать, чтобы не потерять. Так, первый уровень прошли. А дальше вы имеете возможность повыставлять юнитов, перерыв на таку. Так вот называется это здесь. И улучшить свою расстановочку. Уже так сделаю.
В принципе, этого можно и назад убрать. Зачем его вперед? Так, улучшили, улучшили. Этого улучшили, поехали. Вторая волна, ребят. Оно кажется, что так просто, но вот именно здесь весь кайф, интерес. Посмотреть, поиграть. К сожалению, она не развернутая. Ну, я надеюсь, они это исправят. И развернут ее, перевернут. Так, тихо, тихо, ша. Начинается, начинается, ребят, трешечок. Эти мелкие тоже, падлы, так хавают. Так, улучшаем, отлично, зафигачили. Огонь. Вот, смотрите, смотрите, что начинается сейчас. Вот это вот просто, просто жесть. И ты понимаешь, что тебя здесь ничего не спасает. Падла закинул этого мелкого. Вот что я могу им сделать? Меня еще и застанили при том. Сейчас этот еще начнет резать. Это просто жесть. Элвис Пресли, блин, он резает. Блин, пришлось экстра дамаг использовать. Нифига мы его не можем, нифига мы с ним сделать не можем. Это просто жесть. А, блядь, мелкий, сука, проскакал. Вот так вот, пока смотришь в одно место, в другом бежали. В общем, такая вот, ребятушки, игра, она обалденная, она веселая, арена классная. Пишите комменты, ставьте лайки, вступайте в гильдию. Всем удачи, всем пока.